Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давай знакомиться. Как тебя зовут? Откуда ты? Сколько тебе лет? Лиза. Я с Украины. Мне 6 лет. Какой элемент будем разбирать, Лиза? Коляску. Показывай. Вот какой элемент. Так, давай-ка отойди подальше, прям вот к той стене, где дверь у тебя там. Отойди. Так, ложись ко мне, подожди, боком, ляг ко мне, боком. Боком. И ты сейчас ну или туда, давай. Поехали. Ага, раз. И два. Ну, смотри, молодец. Единственная задача – не сгибать ноги. Вот поворачивайся, как ты сейчас все делала, только держи прямые, прямые колени, поняла? Давай, пробуем. Так, руки наверх и держи колени. Вот шпагата, сделай мне шпагат, пожалуйста. Шпагат, садись, шпагат. Шпагат, садись. Все, наклоняйся назад. Берись за ногу. И из этого положения давай на живот. Перекатывайся. Но ноги прям. Вот видишь, у тебя два колена сгибаются. Нижнее и верхнее. А ты не сгибай. Держи ноги прямые-прямые. Давай. Вытягивай. Нет, опять согнула. Опять согнула. Так, прямые колени, прямые, прямые колени. Видишь, что ты делаешь? Давай-ка держись ближе к пятке. Не за колено держись в наклоне назад, а за пятку держись. Давай, садись в шпагат. За пятку возьми, за пятку. Вот сюда, длинные руки. Вытяни ноги. Ну, тут сейчас сгибаются ноги. Вот со шпагата, когда разворачиваешься на живот, ты сгибаешь колени. Твоя задача не сгибать колени. Поняла? Не поняла. Сейчас опять будешь сгибать. Садись на шпагат. Вот на шпагат с груди переходишь очень хорошо, а вот отсюда не можешь перейти. За счет ног согнутых переходишь. Вот натяни колено спереди. Вот, пятка наверху, видишь? Вот давай, сейчас будешь в наклон ушла, пятку держи наверху. Давай, наклоняйся. Пятка наверху, колено затяни. Разворачивайся, затягивай колено нижнее, затягивай. Вот, хорошо, теперь лежа на животе, возьми ногу. Вытяни ее вперед. И согни, нижнее колено согни. Вот, видишь, вот в этом положении ты приходишь на живот. А тебе нужно вытянуть колени. Вот сделай несколько раз. Согнуть, вытянуть, поняла? Давай. Просто согни колено и вытяни. Оба колена. Оба. Вытягивай. Максимально. Ты почувствовала разницу? Согнутого колена и вытянутого. Все, теперь садись на шпагат. Наклоняйся назад. Затягивай колено спереди. Сильно. И когда разворачиваешься на живот, оно не должно касаться пола, это колено. Давай. И колено. Ну. Ну, оно же у тебя согнулось, ты почувствовал? Да? Ну, а зачем ты его согнула? Смотри, если ты не можешь с прямыми ногами развернуться, то лучше не разворачивайся, вот как сможешь. Не разворачивайся на живот, если ты не можешь с прямыми ногами. Просто натяни ноги и сделай мне за счет сильного тела, за счет мышц, не за счет согнутых ног. Голову еще бы дальше назад. Видишь, опять сгибаешь ноги. Ну давай, ладно, бери ногу еще вперед на животе. Подними голову максимально высоко. Давай. Давай, вытягивай ногу вперед. Раз. Подняла голову выше.
выше, еще выше. Ну а зачем ты ногу отпускаешь? Голову выше подними, а ногу держи. И внизу ногу точно, точно вниз, у тебя нога в сторону уехала. Точно вниз, точно. У тебя вот эта вот вторая нога улетает в сторону. Даже сейчас она в стороне. Посмотри. Вот. Разверни ее, разверни. Втяни живот. Большой палец на пол положи. Большой палец, не мизинец. А голову наверх и дыши спокойненько. Так, голова выше. Колено затяни. А колено, что согнутое? Вытяни колено. Держи, держи положение. Ты же можешь долго держать это положение. Колено вытяни, голова выше. Вот, голову выше, голову выше. Руки прямые. Дышать тяжело тебе? Да, тяжело. Потому что у тебя вот здесь шея. А должна быть высоко-высоко. Ну ты умничка. Ты так стараешься. Ты такая гибкая. Такая молодец. Скажи мне, пожалуйста, а ты можешь два раза подряд вот так вот сделать поворот? Можешь? Правда? Прям не поднимаясь, не отпуская ногу. Ну, давай попробуем сделать. Давай, покажи нам, как ты можешь. Так. Раз. Угу. Чуть отползи, чтобы не врезаться. Шкаф. Так. Вот, какая молодец. Умничка. Иди сюда ко мне поближе. Ну, я тебя похвалю за твою смелость, потому что тебе всего 6 лет, а ты не испугалась. Ты вот, видишь, тебя 130 человек сейчас смотрят, и ты не боишься, все показываешь, стараешься, терпишь, даже если очень тяжело. Я уверена, что у тебя все получится. Ты еще раз потом сама на себя посмотришь, что у тебя ноги там сгибаются, и ты разворачиваешь. Ты, в принципе, все хорошо делаешь. Единственное, тебе не нужно сгибать ноги. Поняла? Ну все, да. Давай. Верю, что у тебя все будет хорошо. Обнимаю тебя. До свидания. До свидания.